В Азове стартовал 12-й по счету турнир, посвященный заслуженному тренеру Игорю Петюкину, который в 2002 году открыл в нашем городе первый боксерский клуб. В память об этом человеке, посвятившему тренерской работе более 40 лет, собрались боксеры разных возрастов и весовой категории. Это уже 12-й турнир, как мы в городе проводим. Это городской турнир. География растет от турнира к турниру. У нас уже второй год принимает участие команда из Германии, в этом году команда из Донецка. И вот мы планируем каждый год географию расширять, чтобы все больше привлекать спортсменов в наш город, чтобы не только приезжали, выступали, но также ходили по нашему замечательному городу. В этом году впервые приехали 15 боксеров из Донецкой Народной Республики, которые имеют за своими плечами не одну победу и являются финалистами различных турниров у себя на родине. Прежде чем команда приехала, ребята прошли подготовку, учебно-тренировочный сбор. И лучшие боксеры данной возрастной группы были отобраны и примут участие в 4-дневном турнире. Это наша первая поездка, но, надеюсь, не последняя. Надеемся на то, что будет традиционным. Географически, территориально нам удобно сюда приезжать. Это недалеко от границы, от таможни. И будем надеяться, если организаторы не будут возражать, что и в дальнейшем принимать участие в данном турнире. Кроме юношей, в турнире принимают участие девушки 16-17 лет Донского региона, а также из Германии. Первыми на ринг вышли ростовчанка Лилия Вялова и немка Йоханна Фишер весовой категории 81+. Стоит отметить, что россиянка профессионально занимается кикбоксингом более 4 лет. В боксе это ее первый бой. Это был мой дебют в боксе. Мне очень сильно понравилось. Довольно-таки техничный, красивый вид спорта. Я бы хотела бы еще в нем выступать. Что для тебя значит вообще спорт? Вот именно то направление, которое ты выбрал для себя. Спорт – это самое главное в моей жизни. Это, наверное, то, с чем я хочу идти по жизни. Я выбрала это. Я иду с этим с любовью. И спорт у меня всегда в сердце. Почему именно кикбоксинг, бокс? Я с детства мечтала пойти в единоборство. Мне всегда привлекала эта красота. Это жесткость, это мощность, это красиво. В каких соревнованиях ты еще принимала участие? Сколько медалей в твоей копилке? Пока мало, около 5-6. Кубок Дона был, Кубок Петра. Также Южный федеральный округ в городе Волгограде. Вот, в этом году будем стремиться на Россию. Йоханна Фишер вместе с командой приехала из города Росток, который находится в северо-восточной Германии. Боксом занимается 4 года. И была победителем городского турнира 2 года назад. Сегодня для нее был первый опыт поединка международного значения. Что вы можете сказать о поединке и о своем сопернике? Dadurch, dass es mein erster Kampf war in der Gewichtsklasse, bin ich sehr zufrieden. Она была рада выйти на ринг, так как это ее первый поединок в данной весовой категории. У нее была существенная травма, перелом руки. И это ее первый бой после долгого перерыва. Турнир завершится 7 декабря, на котором будут объявлены победители соревнований. И все желающие могут посетить церемонию закрытия. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Александр Кучес, Азов.Инфо.